Людмила Авдеева потеряла сестру и осталась совсем одна. Пенсионерка обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения, хотела устроиться в пансионат, но там ей предложили альтернативу. Вместо пансионата Людмила обрела семью – приемную, но за 8 месяцев совместного проживания успевшую стать родной. Женщина стала любящей бабушкой для трех детей, которых воспитывают Наталья и Евгений Солдаткины. Приехала, конечно, похудей была, сейчас она поправилась, но как бы ожила, но вот… Сил, давление у нее нормализовалось, что у нее было раньше очень повышенное. В семье Солдаткиных Людмила занимается любимыми делами. Рисует, читает, смотрит телевизор и помогает Наталье с детьми. Создание приемных семей для пожилых граждан и инвалидов – это часть нацпроекта «Демография». В этом году благодаря им семью нашли около 200 пенсионеров. Самарская область стала одним из первых регионов, где так помогают пожилым людям. Начиная с 2009 года новый дом нашли больше 700 человек. Нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Составляется трехсторонний договор с комплексным центром социального обслуживания населения между лицом, которое хочет осуществлять услуги, социальные услуги по уходу, и кто нуждается. Оформить уход за пенсионером может любой дееспособный гражданин, не связанный родственными узами с подопечным. Мария Левина, «События».